Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах спортивно-бальных танцев. Я не буду учить вас, как надо танцевать, чтобы выиграть первое место на турнире. Я создаю полный видеоучебник реально существующих фигур в спортивно-бальных танцах, чтобы вы могли танцевать их правильно. Все фигуры будут браться из двух учебников. Это учебник WDCF и учебник Уолтера Лайерда. Вольта в продвижении вправо или влево в закрытой позиции. В этой фигуре всего три шага. Танцуем мы ее в закрытой позиции, либо, как позволяет нам учебник WDCF, левая рука за правую. Техника исполнения одинаковая для партнера и для партнерши, стоим мы лицом друг к другу. Разница в исполнении вольты влево или вправо только в построении пары по залу. На вольте влево партнер начинает и заканчивает лицом к стене, партнерши лицом в центр, а на вольте вправо партнер начинает спиной к стене и уже партнерши лицом к стене будет тогда танцевать. Рассмотрим сейчас работу стоп и бедер на партии партнера вольта влево. Будем танцевать в закрытой позиции. Работа стоп у нас следующая. Подушка плоско, носок, подушка плоско. Работа бедер на вольте влево у нас будет следующая. Я танцую на первом шаге пол восьмерки вправо, пол восьмерки влево, пол восьмерки вправо, нейтрально. И на ля вольте влево все будет наоборот. Я танцую пол восьмерки влево, пол восьмерки вправо, пол восьмерки влево. Описано в учебнике начало из положения ноги врозь. Также можно начинать эту фигуру со второго шага из положения ноги вместе. То есть мы можем начинать и раз, два. Эти шаги мы можем повторять друг за другом, последовательно несколько станцевать вольт. И, допустим, чтобы поменять там направление, в учебниках описано, что мы можем в конце станцевать два последних шага в атаке. Например, мы начинаем с положения ноги врозь и танцуем с вами раз вольта, и два, и три. И вот здесь я танцую два последних шага в атаке и четыре.